Колбарный Николай. Как дела? Нормально, у тебя как? У тебя как? Нормально у нас. У вас как? Нормально, нормально. С какого города? Нормально, нормально. С какого города? Тула, Россия. Россия, Тула. Россия. Фаур идет, да, в России. Фаур идет, да, в России. А ты из какого города? Алматы, Казахстан. Алматы, Казахстан. А самому из Алматы? Я, да. Я Казахстан служили, знаю. Где служили? Где служили? В Талдыкурганском области, Казахстане. Поселок Сарыязык, есть такой город, знаешь? Талдыкурганский област. Я там служил, братуха. Сейчас Дедсузская область. А, поменяли, да? Да, поменяли. А был Талдыкурганский область, поселок Сарыязык. Военный час 40-275. Я свой юность там провел, короче. Как у вас там траур идет, да, в России? Траур идет, да, в России. Да, братан, да. Видел, наверное, что творили. Дураки, блядь. Да. Говорят, да. Поймали уже людей. Говорят, поймали людей. Поймали. Где-то по жизни. Вот нахуй. Вы верите, да, что это эти люди? Это не люди, негодяи, это пидорасы. Какие люди? За деньги пошли убивать мирных людей. За деньги. Не, им уши отрезали же, под пытками, может, не, заставили. Им уши отрезали же, под пытками, может, заставили. Вот это надо им отрезать, блядь, ну, не только уши. Одного отрезали, и то, одного. Ничего страшного, блядь. Одному уши отрезали, да, припасы. Ничего страшного. Как поймали. Ну это незаконно же, незаконно. А законно было, он убил столько людей? Это известно, блин. Посмотрите. Они все признались все. И рассказали все. Признался? Конечно, признались они. За деньги хуярили, просто они заказ получили, что зайдет и застрелит мирных людей. 140 человек убили, 140, ты представляешь? Кто заказчик оказался? Украина, Америка и Украина. Они же хотели убежать в Украину, там и поймали, блядь. Граница в Украине попала. Да. Понятно. За деньги, товары, блядь. За деньги, да. Да. Они все признали, сколько им деньги обещали, как там, блядь, все признали. Даже детей убили, блядь. Страшно. Не говори, братуха, у вас как, нормально хоть? У вас там в стране нормально? Нормально, да. У нас нормально, да. Слава Богу, нормально. Слава Аллаху, нормально все. Дай Бог.